Новая выставка объединяет профессионалов и любителей фотосъемки. В трех залах представлено 160 снимков дикой природы, лауреатов конкурса журнала National Geographic Россия. Нижний Новгород – третий город, куда привезли экспозицию. Фотографии уже успели оценить в Москве и Санкт-Петербурге. Дикая природа России – это, с одной стороны, выставка, с другой стороны, это конкурс, который журнал National Geographic Россия проводит уже 8-й год. Все снимки должны быть сделаны на территории России, и до этого года обязательным также было то, чтобы все участники были гражданами России. Мы думаем, возможно, с 2019 года это правило отменить, чтобы сделать более широкий доступ для всех. Главное требование конкурса – все фотографии должны быть живыми, а не постановочными. Сложнее всего запечатлеть жизнь диких животных. Этот кадр сделан в городе Сергиев Посад Московской области и стал лучшим в номинации «Мама и детеныши». Также в экспозиции представлены фотографии лис, птиц, подводный мир, а также удивительные пейзажи и редкие растения. Птицы. Как они вспархивают, как они в воде. Интересно. Весьма интересные, да. Особенно вот пейзаж мне один понравился с туманом. Восхитительный, я считаю. Но увидеть работы напечатанные именно, которые обычно видишь либо на экране монитора на сайте, либо в журнале, и увидеть именно на выставке, это, конечно, очень интересно. Фотовыставка «Дикая природа России» будет работать в Русском музее фотографии до 9 июня. Параллельно с этим фотографы готовятся к новому конкурсу и снимают работы, которые National Geographic начнет принимать уже с мая. Поэтому в следующем году в путешествие по России отправится уже новая экспозиция. Юрий Афров, Илья Васенин, «Столица Нижний».